Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Суслик, и я начинаю свой летсплей по хай-тек сборке. Ну, конечно же, первым делом, наверное, надо нарубить дерево. Версия Minecraft 1.6.4. Буду играть здесь долго, наверное. Ну, пока хорошо не... Ну, в общем, развивался буду, как смогу. Так, дерево сейчас накопаем. Дом, думаю, сразу в этой серии построим, ну, чтобы какой-нибудь хотя бы был. Ну, первым делом я скорачу себе меч, кирку. Так. Кирка, меч. Да, здесь стоит текстур-пак такой прикольный, так что тут... Упс, сейчас немножко лаги. Ой, ясно, в общем. Вот такая текстура стоит здесь. Прикольные такие инструментики. Ладно, забираем верстак. Сейчас сразу надо еды добыть. Коровка. Так, а почему у меня нет звука? Вот. Поубиваем курочек. Так что вот, здесь очень много модов стоит. А, даже могу вам показать лист этих модов. Так, где они? Минуточку. Так. Ладно, потом покажу. Выложу их в описании. Так, ну что, еще, наверное, поднимаем, потому что здесь голод очень быстро заканчивается, как вы видите, уже половина почти пропала голода. Надо будет поесть сейчас уже. Так, курочка. Ну что тогда. А вот еще дерево. Ладно, пойдем, чтобы хотя бы не умереть. Кто ж так тормозит? Мир только создался, поэтому еще не все прогрузилось. Так, ладно, накопаем тогда булыжника и сделаем сразу же каменную кирку. Вы пишите в комментариях, что вы хотите, чтобы я построил или что-нибудь вам показал в этой сборке. Так, сразу каменную кирку и каменный меч сделаю. Каменный меч уже покрасивше выглядит. Такой. Так. Что у нас там со временем? Вот, уже за полдень. Вот. Все, ладно, хватит пока что. А хотя нет, еще себе сделаю топор, чтобы нарубить дерево. Ну как без топора. Скоро будут также видео по шеф-крафту. Это сборка одного хорошего летсплейщика. Я ссылку на его канал дам в описании. И мы будем с моим очень хорошим другом снимать там, ну, всякие... И тоже летсплеи. Вот. Мы, конечно, там уже хорошо развились, но ничего страшного, я думаю... Всякие постройки я вам покажу. Вот. Ну что, сейчас уже полстака дерева будет у нас скоро. Так, тут где-то скелета видел. Скелет, ты где?
А вот он. О, косточки, стрелы нам понадобятся. О, потрогали железо. Значит, я здесь сразу становлюсь, чтобы далеко не бегать. А дом я поищу, ну, место для дома поищу где-нибудь в другом месте. Ладно. Так. Что тогда я здесь пока поставлю верстак. И накопаю угля, чтобы сделать факелы. Так, вот, наверное, сейчас ничего не видно, так что я только побыстрее постараюсь сделать факелы. Так. А, уголь тут был. Извините, не заметил. Так. Ну что? Тогда сразу железо выкопаю. Ссылку на канал моего хорошего друга я тоже вам дам. Он уже... Он делает гайды на всякие разные моды. И не забудьте подписаться на его канал. Он очень интересное видео делает. Рекомендую. Так что... Вот. Ладно, я, наверное, ускорю этот момент, чтобы вам не ждать, не смотреть, как я копаю этот уголь. В общем, наслаждайтесь. Вот и все, я думаю, пока что хватит столько угля, а на дворе уже ночь наступает, поэтому надо бы сделать печку. Печечка. Поставим ее и пожарим еду. О, почти стак. Почти стак угля у нас. Так. Надо посмотреть, никого рядом нет из монстров. Так, ну в общем пока все пусто. Надеюсь, никакой крипер к нам в гости не придет. А тут уже пожарился. Так. Сейчас я думаю, наверное, пойду покопаю немножко ресурсов. А потом пойду искать себе место для дома. Пока жарится, посмотрю, что у нас тут есть еще. Ай, эти лаги. Извините за лаги. Так, еще уголь. Эндерман. Сразу эндерман попался. Ладно, там уже, наверное, пожарилось. Мясо. Так. Ну, в общем... Сейчас надо быстренько пожарить железо. Вот так вот сделаем. Сделаю кирку и пойду копать ресурс. Сейчас еще одно железо пожарится. И сделаю кирочку себе. Все, пока пусть там жарится остальное. Ну вот, тин. Олова надо копать, нет. Так, больше нет. Печально. Это у нас что? Это у нас коппер медь. Ой, кварц нам нужен. Потому что из кварца можно сделать
В принципе, из кварца я и сделаю первый свой механизм. Ручной дробитель. Извините, у меня ног заложен. Ручной дробитель, он не требует энергии. Он требует только терпения. Потому что ручной дробитель от слова рука, поэтому вам придется самостоятельно дробить содержимое в этом дробителе. Но для того, чтобы сделать этот ручной дробитель, нам надо как минимум 3 кварцевой пыли, а у нас только 2. Можем смотреть, как она делается. Так, ну это только у мастератора, у меня еще его нет, так что придется искать кварц. Я думаю, серии будут небольшие, минут по 20, максимум 25, чтобы вы тоже не уставали. Вот, покопаю еще чуть-чуть. О, еще железо. Железо сейчас нам нужно, и в больших количествах. Энергию, скорее всего, буду добывать с ветряков, потому что я читал, что с ветряков гораздо больше энергии можно получить, чем с этих солнечных панелей. К нам уже крипер пришел. Так, надо бы его убить. Сейчас факел его поставлю сюда. Давай, иди сюда, дружок. Зеленый мой человечек. Текстура прикалывает меня. Так, эндерман меня не тронь. Вот. Ой, да что ж так тормозит-то? Так. Какая-то большая пещерка, и это очень хорошо. А вот и кварц. Все, можно, в принципе, уже делать ручной дробитель. Так, ну ладно, сейчас пока не буду выкапывать то, что он. Хотя ладно, выкопаю, чем он будет. В сундуке полежит. Уран понадобится нам. От наггетсов урановых можно, кстати, умереть, потому что будет на вас будет висеть радиация, из-за этого может умереть. Так. Какие-то недоброжелательные тут гости в пещере. В смысле, не гости, а хозяева этой пещеры. Я гость. Ладно, что-то я все копаю, докопаю. Пора бы уже заканчивать копать. Так. Все, пожалуй, пойду. Эндермана, наверное, не буду убивать, потому что, да, ё-моё. Да, ещё раз лагнёт. Да. Так, где наш выход? А вот выход. Так, коблстоун. Сейчас какую-нибудь банальную лесенку сделаю. Вот. Всё. Наш ручной дробитель крафтится очень просто. Сейчас вам покажу. Для этого нам надо сделать шестеренку. Она крафтится из 4 палочек, вот так вот. Когда мы ее сделали, нам нужна пыль. У нас ровно 3 штучки. А еще нам надо 3 пережаренного камня. Пока он пережаривается, я сделаю сундучки. Думаю, 2 сундука пока хватит. Так, где бы их поставить? А, давайте-ка вот тут вот и поставим. А вот так поставлю вот тут вот. И пока все туда сложим.
все сложим. Еду оставлю, возьму эту шестеренку. И два булыжника еще понадобится. Рассортируем. Все, теперь у нас все красивенько. Камень наш тоже переплавился. Крафт ставится вот так вот. Вот так вот. И здесь три пыли. И получается наш ручной дробитель из мода Applied Energetics. Поставим пока его здесь. Ну, как видите, вот такой интерфейс этой ручной дробилки. Ой, а тут гости. Так, а я его из лука и подобью. Во-во-во. Я таким образом могу скоро уже умереть. Как видите, сейчас я ничего не могу делать, дробить не смогу. Вот, положу, допустим, туда железную руду, но ничего не делается. Для этого нужна специальная палочка, которая вот сюда ставится. Она крафтится из 7 палок. Так, делаем, да, вот верстак. Вот таким образом, хоп. А, из 5 палок, извиняюсь. И вот сюда ставим. Все, и мы будем вот так крутить. С помощью этого мы будем дробить. Вот таким образом. И переделывается это все в пыль, которую можно потом пережарить. Как видите, из одного кусочка железной руды мы получили две железные пыли, которые можно пережарить, получим 2 слитка. Все очень просто, да банально. Ладно, ускорю этот момент, как я это делаю. Да, случилось то, что я боялся, в принципе. Взорвался крипер, но слава богу, наша ручная дробилка не исчезла. Да, надо быть аккуратнее. Ну, в общем, ладно. Мне 18 железа хватит. Проблема в том, что крипер уничтожил мою печь. Но это не проблема. Мы скрафтим еще одну. Вообще нам надо сделать какой-нибудь уголок, где меня никто бы не трогал. Да я думаю, вот тут вот и сделаю. Чтобы меня вообще никто не мог убить. Сделаем небольшую комнатушку. Иначе в скором времени я умру. Потому что некоторые крипер сзади могут взорвать. Тормозит. Так. Ну еще один слой, пожалуй, выкупим и все. Все, думаю, хватит. И заделаю здесь как-нибудь. Вот тут так. Так, сейчас лишний блок сломаю, тут дверку сделаю. Так, вот, все заканчивается. Сейчас быстренько сделаем дверь. Все, наш мини-домик готов. Так, поставим сюда лук и сюда слой.
Так, и верстачок. Все. И поставим тогда наш ручной дробитель. Куда бы его поставить? Вот сюда его поставлю. Можно будет передробить что-нибудь. Ну, сейчас мне это не надо. Поставлю лучшее железо добавляться. Так, и с едой у меня уже начинают небольшие проблемы. Ну вот, все, что здесь можно скрафтить, посмотрите. Это из какого мода у нас? А, Custom NPCs. Это у нас из мода Microblocks. Forestry. Есть также Chisel. Chisel, я как раз вам сейчас расскажу, что это за мод. Chisel, это есть такой инструмент, крафтится нового железа из одной палки. Получается Chisel. Это такая штука, в общем, нажимаем на правой мышкой, открывается такой интерфейс. Сюда можно положить какой-нибудь блок. Допустим, обычный булыжник. И как видите, мы можем получить из этого булыжника красивый камень. Ну, такой же булыжник, только другой, ну, другой, как сказать, по дизайну другой. Вот, допустим, можно сделать пол и вот из таких блоков. Я вам на примере покажу. В общем, с помощью этого мода можно делать красивые здания. В общем, балуйтесь, развлекайтесь в своем мире или в креативе можете попробовать. Вот. Смотрите, это я сделал только из булыжника. Красивый комплект. Также можно, да вообще из любых блоков, из того же дубового, из дубовых досок сделать можно такой блок. Вот. Так что вот. Также здесь стоит мод Applied Energetics. Я вам кину ссылку моего друга. Я уже это говорил, у него как раз есть гайд по моду Applied Energetics, кто не разбирается. Также есть у него гайд на мод Forestry, по мультифермам и по пчеловодству. Вот. Что я еще рассказать могу? Red Power здесь стоит. Ну, в смысле, аддон стоит. Что меня напрягает, так жалко, что здесь нет мода GradTag, который усложняет игру. А может даже и хорошо, не будет так много геморроя. И нету мода Railcraft. Вот. Вот, в общем, у нас все железо пережарилось. Пусть, чтобы уголь не пропадал. Пережарю курятинку. Вот. Одна пережарилась. И сейчас вторая пережарится. Ну что, ребята, я, наверное, думаю, уже буду заканчивать эту серию. Вступительная серия. Ну все. Всем спасибо за внимание. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока!